Телеканал ТВ «Серпухов» завоевал награду 5-го конкурса «Верное слово». Торжественная церемония подведения итогов состоялась в Подольске, в культурно-просветительском центре Дубровицы. Более 30 городов Подмосковья и 8 Российской Федерации. Санкт-Петербург, Иваново, Казань, Липецк, Новочебоксарск, Ставрополь, поселок Октябрьский Тюменской области, Ярославль. В этом году конкурс «Верное слово» вышел за пределы Московской области и стал межрегиональным. Он проводится по инициативе Союза журналистов Подмосковья по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Павла. Мы выполняем с вами, мы журналисты, государственное дело, сохраняя традиционные духовно-нравственные ценности. В числе почетных гостей архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Он поприветствовал победителей и призеров конкурса. Среди них тележурналисты, представители печатных СМИ и радио, фотографы, редакторы сайтов. Все, кто работают со словом, с образом, поднимая в своих материалах духовно-нравственные вопросы. Когда человек прикасается пером, мыслью, сердцем своим к теме духовно-нравственного воспитания, я полагаю, что это никогда и никого не может оставить равнодушным. Победителей определяли в 5 номинациях. Жюри отметило, в этом году уровень работ очень высокий. Специальный репортаж главного редактора телеканала ОТВ «Серпухов» Марии Панкратьевой и оператора, режиссера монтажа Михаила Панкратьева отмечен дипломом за второе место в номинации «Духовные святыни Подмосковья». «Видеть Бога через краски» – это история об иконописцах мастерской «Икония». Они помогают восстанавливать Георгиевский храм Введенского владычного женского монастыря и преподают курс иконописи в духовно-просветительском центре имени святителя Алексия Московского. Ремесло обучают тех, кто хочет постигнуть азы богословия в красках, дать человеку надежду, заставить задуматься о смысле жизни, подарить силы и вдохновение. Призваны материалы участников конкурса «Верное слово». И с каждым годом оно звучит громче.